Сегодня у нас 26 августа 2015 года. Это деревня Потеряевка. Вот брат Игорь. Мир вам! Вот Дмитрий приехал плотником из Греции. А вот приехал наш брат Андрей с теми людьми, которые будут здесь помогать восстанавливать дамбы. Вся наша работа тут. Уже борта установили тут. Настоящая высокая для дорога. Он туда идет. И когда сделать это, кювет пойдет, как-то переезжать, то ли нам трубу поставить, или что сразу. На дамбу-то на это. Не дамба, а вот которая. Тут дорога должна была идти. А зачем вообще труба здесь? А? Труба-то здесь зачем? Когда вот эта дорога приподнимется, здесь, и кювет будет, то надо или не надо. Вот прямо рядом она начинается. Вот она дорога. Дорога идет. То есть они уже, на нас было сделано, вдруг перестройка, они все это бросили. Не, ну они же могут это все и как бы как. Да, может, у нас никогда тут не будет дороги. Я к тому, что иногда на покос заезжают здесь. Когда вы подойдете, будете ездить, тогда мы покажем. Рядом. Ну это когда уже на все там делали. Да. Вот здесь вот приподнять. Это убрать. А вот теперь главное, это дамба пойдет сюда. Нам нужен совет. Когда мы будем это делать, как попробовать один из вопросов. Ну, помочь. Ну, здесь понятно, отсюда сделать, или как вода здесь поднимается, она отсюда. Ну, там раз тут земли хватило. Вот об этом говорим, там земли хватит. Нет, здесь я понял, здесь достаточно. Там тоже мы уже посмотрели. Все, со всех сторон покажем, как работали, как заново открыли. Вот это мы поработаем, выходим. Все это обедал, все это было. Она вон там низина идет. Да. Слушай, это у нас храм, соответственно, на территории запрещается курить. Thank you.